Урок 25. И посвящен он еще одной твердой букве арабского алфавита, букве КАФ. Давайте вместе напишем ее. Это буква КАФ. Начинается она над строкой, продолжается под строкой. Две точки сверху. Это буква КАФ. А теперь давайте вместе произнесем. КАФ. 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 Буква КАФ твердая. При ее произнесении задействован корень языка, который касается мягкого неба. КАФ. КАФ. Старайтесь не вытягивать губы вперед. КОФ. Потому что это искажает звук и является ошибкой. Правильно произносить. КАФ. КАФ. КАФ.